добро поиграть. Пятиклассник Илья Скорев первый раз за роялем, хоть и виртуальным. А еще он умеет сканировать человека, собирать робота, но больше всего ему нравится рисовать. Ну, я хочу стать каким-нибудь художником. И тут мне поможет, наверное, хобби-клуб моей вожатой Риты. Ну, рисование, арт-кружок. Эта смена в Наукограде техническая. Юные изобретатели, конструкторы, дети с системным мышлением обмениваются опытом и делятся знаниями друг с другом. Следующая театральная. Юным актерам предложат всего за одну смену поставить пьесу «Ромео и Джульетта». Организаторы уверяют, что финалу спектакля удивился бы и сам Шекспир. Но какой бы ни была смена, есть в лагере один общий компонент – обязательный. Дети получают навыки людей будущего. Научить ребенка жить в сейфти-статусе, в таком поведении, в таком выборе жизненном, в такой жизненной парадигме, когда человек, что бы он ни делал, он исходит из приоритета своей собственной жизни и здоровья. Жители детского Наукограда понимают, что, собственно говоря, в минуту опасности мы ближе всего сами к себе. Дети здесь получают и права на велосипед, имитация прав. Вы сегодня увидели много мастер-классов. Это действительно интересно и увлекательно. Получить свой сейфити-статус в этой смене удалось почти 30 ребятам из Одинцовского округа. Это одаренные дети, ребята из многодетных семей и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. В Наукограде все они отдыхают бесплатно. В Наукограде отдыхает 150 наших школьников. В лагерь премьер Премьера в Анапу еще 150 уехало, 162 школьника в этом году у нас отдыхают в Крыму в лагере «Юность» в Евпатории. И 87 путевок приобретено в подмосковный лагерь на территории Кубинки, в лагере «Патриот». Это лагерь настоящих героев. Председатель Совета депутатов округа Татьяна Одинцова вместе с коллегами проинспектировала организацию отдыха ребят в лагере «Наукоград». Дети показали парламентариям свои отряды и рассказали о занятиях в хобби-клубах. Особое внимание комиссия уделила безопасности, питанию и занятости детей. Вот так танцами весело и задорно дети из Наукограда заканчивают каждый свой детский кружок. Мы решили тоже не отставать и потанцевать вместе с ними. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».